ancora questo rapporto tra Sans, quanto non tre fan. Secondo la spa che era già proprio prendendo la scena di questo, beh. Не заморачиваться, то есть на чемпионате по дрифту с Nissan 350Z было принято решение проходить чемпионат целиком на Nissan. Интересно, да, получается как-то. Прям вот на Nissan, на Nissanчик. Может быть, так он будет начинать. Все там очень интересно. Давайте сделаем все очень красиво. Да, хотя мы за зону красных Nissan'ах. Самое то очень забавное. Никогда не видел. Оранжевый такой вот. Это оригинал был, по-моему. Да, вот это был точно оригинал. Насколько я помню. В принципе, прикольно получилось. Почему бы и нет? Так, и... Мы сами просто поставим за. Выбираем совсем, другой трек. Выбираем это на пятое, да, получается. Это все же вот с этого то же самое сделаем, потому что чтобы мне здесь немного проще ездить. Да. Сразу первое заезд на сегодня сразу начинается в этом треке. Что-то с помойки.
jest to szóst. Szynacki podjedzieć. Toż tak lata. Jasna, bo spłynął prynio w Gebrec. 123.
довольно таки неплохо. Довольно таки неплохо. 186. Все делать. Неплохо, неплохо, ребят. Так. Среду мы поменяли. Теперь четверка. Yeah.
sprawdzamy. Tak. 224. 800. 800. 800. Takich 809, 808, 809. Stans 2 grunty. Już po przybliżający finał tego automobila. Должны это сделать. Если... Так, ну короче, сделать, а?
Stoßkopf, wenn es jetzt schon mal besser wird. Stoßen Split. Das ist gut. Уже начинаем решать. Да, вот. Пару побед я вам скажу, но Nissan 240X побеждает Mazda RX-7. Второе место. Mazda RX-7 на третьем месте, возможно, сейчас будет. Сейчас стены минус 123. Хорошо, ребят. Да. Финал завершился у нас. Первое место занимает Nissan 350Z с очками 1,388,505 очков. Победителем призера первое место Nissan 350Z, второе место Nissan 240X занимает с очками. Второе место 1,207,388 очков. Ну и последнее третье место занимает Mazda RX-7, набравшая очки 1,203,711. Вот такой завершающий матч у нас на сегодня. Этот автомобиль заработал большие очки. Поздравляем. Мы с вами победители таких вот заездов по дрифту в домашних условиях. Чемпионат завершен. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, пишите комментарии, кому понравился этот чемпионат. Так.
też odjechałem do Arestowca Łęki, prawdy są te same kamia. Widzę władzę na żmatnych kalkulczych, żeby mnie popskać na mnie mundur. Syn, baka, baka.